Заходим в магазин. Он с довольно-таки интересным ассортиментом. Тут нас встречают такие вот курточки со штанами. И у ребят есть как спортивные костюмы, рубашки и куртки их фирмы Will. Визитку я вам скину в конце, ну, видео сделаю. И давайте сейчас по ассортименту. Скажи, $15 за костюм, а сколько размеров в нем? 5 штук в серии, S, M, L, XL и 2XL. Угу, я понял. А сколько куртки стоят? Куртки разные. От 25, ну, средняя там, цена. 30. Вот. А орталама модда доллар да кач? Банама дерби 25 $, $27, $28, $30, $35. 25, 27, 28, там 30, 35. А размеры? То же самое, 5 штук в серии, от S-ки до 2XL-ки, то есть S, M, L, XL и 2XL. Окей, я понял. Так, ну сейчас я вам так ассортимент пройду, покажу. Здесь идет комплект кофта плюс штаны. Вот цвета разные. Сейчас на видео просто вы посмотрите вообще в целом, какой стиль одежды. А визитка, сейчас покажу визитку. Вот, приходится вот так вот показывать. Иначе у ребят тут все прозрачно. Или может вот так вот видно будет. Ладно, вы напишите мне в личку, я вам фотку отправлю. Если не видно. Так, ну вот такие вот костюмчики. Как-то ярко, все красиво.